Привет, друзья! С вами Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Сегодня, как и обещали, мы проводим розыгрыш, который мы организовали совместно с интернет-магазином Kitmall.ru и брендом Elephone Trunk. Напомню по призам. Первое место – один человек. Он получает Elephone P8000 и фирменную футболку Elephone. Второе место – два человека, гифт-карточка для покупок на Amazon и фирменная футболка Elephone. Третье место – тоже два человека. Просто фирменная футболка Elephone. Вот такие пироги. Большое спасибо, что вы приняли участие в этом конкурсе. Если сегодня вам не повезет, не спешите расстраиваться, потому что новый конкурс не за горами. Приз на него уже у нас в руках. Так что на следующей неделе ожидайте анонс. Все будет. Желаю всем удачи, держу за вас кулаки. Погнали! Ну что же, друзья, переходим непосредственно к розыгрышу. Как видим, у нас сейчас открыта табличка, которую каждый из вас заполнял. Вы заполняли форму, это было одно из условий. У нас набралось 1418 участников. Большое спасибо еще раз всем, кто участвовал. Так, люди начинаются со второй позиции. Открываем рандом. Из второй по... 14-18. По 14-14-18. Поехали. 649. Так. Чубану Александр Сергеевич. Проверяем. Копируем наш браузер этого человека. Вот так вот он называется. Проверяем, состоит ли он в нашей группе по условиям. Состоит в группе Elephone. Состоит. Отлично. Так, и канал открываем. И ищем наш канал. Наш канал есть. Все, все условия выполнены. Форму он заполнил. На наш канал он подписался. На группу ВКонтакте нашу подписался. И на группу Elephone подписался. Чудесно. Вот наш первый победитель. Его анкетку в сторону. Теперь разыгрываем гифт-карточки и футболки. Открываем рандом. И еще раз. 560. 560. Так, 560. Солдатенко Станислав. Копируем. Упс. Что-то не так получилось. Открываем контактик. А ну-ка. Так, да, Стас Солдатенко. Смотрим. В нашей группе такой человек есть. В группе Elephone такой человек есть. Так, эти два условия есть. Проверяем YouTube. Каналы. Так, а, собственно, вот и мы. Так, вот наш второй победитель. Дальше движемся. Где там наш рандом? Я его закрыл. 2. И по... 14-18. 14-18. Что-то, я так полагаю, вам не видно. 958. 958. 958. Никита Кочетков. Так, копируем.
Контактик. Проверяем. В нашей группе состоит телефон, теперь проверяем. В телефоне состоит. Хорошо. И наш YouTube канал проверяем. И наш YouTube канал здесь есть. Отлично. Так. И теперь у нас уже остался розыгрыш исключительно футболочек. 11.06. Так, это мы закрываем. 11.06. Серви Марлен. Окей. Копируем. Проверяем. Так, в нашей группе есть такой парень? Если неправильно прочитал, прошу прощения. Спешка — страшное дело. Нету в нашей группе такого. А в Элефон хоть додумался вступить? И в Элефон не вступил. Не, ну ты красавчик. А ну еще раз, может, я что-то натупил. А ну-ка. Копировать. Так. Вставить. Так. Наша группа. Пусто. Ну и все. Окей. Следующий в таком случае. 14.17. Молодец. Успел почти что в самом конце, но успел. Так, проверяем. Так, Илья Киселев. Состоишь ты в нашей группе? А если вот так? А так состоит. Так, а в группе Элефон? Тоже есть. Наш YouTube канал проверяем. Есть. Успел ты, парень, молодец. 4 победителя есть, ищем пятого. 976. Так. Сергей Шиханов. Почти однофамилец. Так, копируем. Так, а ну-ка. Наша группа. Есть. Группа Элефон. Есть. Супер. Проверяем наш YouTube. И наш YouTube канал. Опа. Давай. И наш YouTube канал здесь тоже есть. Супер. Окей. Вот, собственно, вам и пятый победитель. Ну что же, друзья, поздравляем победителей, мы свяжемся с ними в течение нескольких дней, а возможно и сегодня, и расскажем, каким образом им получить свои призы. Всем остальным желаю удачи в грядущем конкурсе, всем спасибо за просмотр, с вами были Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Пока!